Достаточно много людей, которые отправляются в отпуск, оказываются на борту самолета. В полете пассажирам предлагают напитки и обед. По убеждению многих, это еда синтетическая, приготовленная с помощью различных консервантов. В преддверии летних отпусков корреспонденты РИА Новости посетили цех бортового питания и ознакомились со всем производственным циклом приготовления комплексных обедов. Так вот, они выяснили, что при производстве бортового питания используются свежие продукты. Наборы комплектуются непосредственно перед вылетом. В меню используется большой ассортимент овощей и зелени. Салаты присутствуют практически в любом из вариантов комплексных наборов. Каждую емкость с салатом, мясной, сырной нарезкой и булочкой отдельно оборачивают пленкой. Упакованные комплексные обеды складываются в контейнеры, которые пломбируются, проходят досмотр службой авиационной безопасности и доставляются непосредственно на борт воздушного судна. И что очень важно, производство бортового питания организовано с учетом всех санитарных правил и норм, а также в соответствии с международными стандартами системы контроля качества.